Вот этот дом сносят в связи с новым этапом реконструкции проспекта Свободный. Превратиться в руины предстоит не только этому частному дому, но и еще ряду гаражей, расположенных возле проезжей части. Если точнее, в общем снесут 7 гаражей и 2 жилых дома. На месте уже работает тяжелая техника. Первыми под ковш экскаватора попали 2 дома, расположенных ближе всего к виадуку и прямо возле подпорной стены, которая уже в ближайшее время предстоит демонтаж. Расчистить площадку под расширение Свободного специалисты обещают к началу следующего года. Именно тогда начнутся первые работы. Что касается 2 семей, которые жили теперь уже в разрушенных домах, то их переселили в новые квартиры, равноценные по стоимости. По словам специалистов, их цена около 2 миллионов рублей. В соответствии с действующим законодательством мы должны выплатить либо выкупную цену, либо по соглашению сторон предоставить равнозначное по стоимости жилое помещение. Так и было вот с собственниками этих квартир. Им предоставлены жилые помещения по улице 40 лет образования, 33. В целом на втором этапе реконструкции расширят 1300 метров проспекта Свободный в районе виадука. Согласно проекту, на основном участке движения он будет 6-полосным, то есть по 3 полосы в каждую сторону движения. Исключением станет лишь 300-метровый участок от улицы Омская до Красномосковской. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости.